І я шаную це життя, як Божий дар. Я знаю, вистачить трави для всіх отар. Лише не знаю, скільки треба Божих днів, щоб відділити би ягнят від баранів. Ой, блін. Блогер. Узнав. Чого ти вздихаєш? Хто тебе обидів? Узнав, блогер, блін. Против России все время выступает. На Ютубе видел. Хорошо. Жарко, наверное, да, тебе сейчас? Совершенно нормально. Молодец. Ну что сегодня, какие темы в мире интересные есть? Так может у тебя вопрос есть интересный? Я работал целый день, не знаю. Для вас старался. Вопрос. А, вопрос, знаешь, какой? У вас вообще как идет там эта борьба с коронавирусом в Украине? Чуть не сказал на Украине. В Украине как идет борьба с коронавирусом? Да боремся же потихонечку. У нас вроде вышла на плата, там это, вроде сейчас все это снижается. Ну, не знаем опять-таки точно, это в связи с референдумом или это правда? Вот это мы не знаем точно. Это не референдум, это называется опрос россиян. Какой же это референдум? Про референдум, референдум прописан в законодательстве. А ваш опрос, он нигде не прописан, он в свободной форме проводится. Ну, в свободной форме, ну, все равно же у него же форма референдума, правильно? Он не называется референдумом и не подчиняется закону о референдуме. То есть он незаконный, да, с твоей точки зрения? Ну, это вообще не пойми что. Это хрень какая-то. Это я таким же образом могу в своем подъезде устроить опрос жителей подъезда. Какое это отношение имеет к референдуму? А я недавно слышал, что вот Зеленский хочет взяться серьезно за Крым. Это вообще вот серьезно с его стороны или не очень? Не знаю, спроси у него. Не, ну вообще как можно взяться серьезно за Крым, когда там уже власть другая, там армия стоит? Ну это как-то не, ну, немножко нереально. Освобождение Крыма начнется с освобождения Донбасса. Потому что как только будет освобожден Донбасс, тут следующим шагом будет, конечно же, Крым, а как же? Давай представим такую ситуацию. Вот, кстати говоря, по поводу Донбасса. Сегодня, опять-таки, где-то там на каком-то российском сайте читал о том, что Зеленский очень сильно разозлил Путина своими утверждениями по поводу того, что, значит, Советский Союз тоже один из виновников развязывания Второй мировой войны. Ну это же правда, вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну, это же правда. Нет, я что хочу сказать, значит, под этой информацией, а вернее над этой информацией, была, значит, было, значит, лицо Владимира Владимировича Путина, такое, очень такое угрожающее. Ну и как бы был намек, что возможны последствия. Ну, возможно, последствия могут быть какие? Например, на Донбассе какие-то территории отойдут опять от Украины. То есть ваши их там меты минометным, пулеметным мясом пойдут на укрепленные позиции ВСУ? Ну, Россия же всегда славилась своими Александрами Матросовыми, там, ну, всякими вот, ну, ребятами, которые идут на таран там, и тому подобное. А почему нет? Современная путинская Россия мало вас, ваши сейчас Матросовы, они не имеют идеологии. Их идеология сейчас, современная российская идеология, это деньги.
А когда у нас была вообще идеология? У нас же ее не было никогда вообще. Послушай меня, очень можно даже подумать, была идеология во время можно, Второй мировой войны. Это именно была подумать. Идеология. Ой, если бы эта идеология была бы, то миллионы бы и не сдавались бы, как японцы, например, там погибали миллионами, да, вот как эти камикадзе там или еще кто. Наши же сдавались же миллионами, и вы об этом знаете. Ну хорошо. Так сдавались миллионами, но были и Матросовы, а были и вроде как бы Гастелло, но это не точно. Ну да, и что? Народ. Да, так... Кто был царь вообще? Вот царь, к примеру. Да, это святой человек, вот приближен к лику святых. Царя скинули там. Ну вот какая может быть еще вот выше идеология, чем царь? Царя скинули. Например, вот... Так царя скинули, тогда... а новый царь появился. Сначала Ленин воспринимался как царь. Потом Сталин воспринимался как царь, теперь Путин воспринимается как царь, но он такой нету царь. Ленина никто не знал, кроме Москвы и Питера. Да, а конечно, Сталина ходоки боялись. Ходили как к царю, ходили ходоки. Сталина боялись, а после что пришел Хрущев и так далее, это все уже как было болото. Ну, у нас никогда не было идеологии. Никогда. И нет, сейчас была ее нет. Идеология, а вот сейчас ее тем более нет. Я не буду спорить, там была, не была. Но сейчас ее нет. И под эту фигню ваше пулеметное мясо не пойдет в наступление. Хотя, надо всегда держать наготове пулемет. Хорошо подготовленный к бою. С патронами, со всеми делами, пулеметы, минометы, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, артиллерию. Понятно, да. Все это надо держать, чтобы удобрять нашу землю, чтобы бурячки хорошо росли. Ну, смотри, никто не пойдет на пулеметный дот без артподготовки. Ты это тоже пойми правильно. Угу. Ну, никто не пойдет на эти пулеметные доты, предварительно не уничтожив эти доты, ну никто не пойдет. Ваша страна начнет честно воевать и признает, что она участвует в боевых действиях. Нет, смотри, вот давай вот так вот сейчас. Да, вот, например, ты украинская сторона, я российская сторона. У ну, давай рота попробуем. Солдат, давай. Рота солдат, а у тебя там взвод пулеметчиков. Например, моя рота солдат нажралась водки и пошла на твой этот пулеметный взвод. Ну, естественно, вы нас покрошите, это естественно. Вы роту мою покрошите одним взводом пулеметным, к примеру говорю. Ну, пулеметных взводов не бывает, но тем не менее на укрепленных позициях... Расчет пулеметный, да, расчеты да, пулеметные, да, пусть да, будут, да, хорошо? Согласен да. со мной? Да, согласен. Я-то чисто так сказал, вот образно. Ну. Раз ты вот придираешься к этой к военной терминологии, пусть будут эти расчеты. Да не расчеты. Придираюсь, я уточнил. Зачем вот, же мне хорошо. Придираться? Ну и что? Мы, вот, мы пришли к выводу. И что? Ну неужели ты думаешь, вот я как вот командир в меняемом состоянии отдам вот приказ, чтобы мои солдаты, моя вот пехота шла на твои эти пулеметные расчеты без артподготовки, ну это невозможно, это нереально. Ты знаешь, сколько надо проводить артподготовку, чтобы сломать укрепленную оборону? Значит, это зависит от профессионализма артиллеристов. Если артиллеристы это профессиональные ребята... То есть ты понимаешь, что это ваши россиянские, их там нецкие артиллеристы? Они, дело, знаешь, уже вот не в этом, вот их там нет, там, или россиянские там. Тут вопрос в чем? Хорошо, послушай меня, а у меня вопрос. Есть артиллерист. Я он понял. Он профессионал или не профессионал? Я понял. Тут еще вопрос в чем? По каким этим? Вот смотри, эшелонам. Ты же сказал, что во вменяемом состоянии. А какая цель этого наступления? Ну, представь себе, ну, на секундочку даже, что вы там подвинули, ну, предположим, вот чисто так, хотите подвинуть линию фронта, а там занять несколько городов. Да. А зачем? Какая цель этого?
Ну, цель, знаешь, какая? Во-первых, весь мир, он же, ну, понимает, что вот они вот из-за этого и не лезут к вам, вот, знаешь, вот все тело, все цело, и не ставят свои эти вот военные базы у вас, я имею в виду НАТО, там и Запад, и Америка. Это они, вопрос, ну, понимают, времени, вот просто. Украина, это вопрос это времени. Уже сейчас в Черном море американский военный корабль, и что? Ну, в Черном море он где стоит? Рядом с Одессой или где он стоит? Ну, очевидно, да. Он направляется в Одессу, если я не ошибаюсь. Если я не знаю стоит, его маршрут, но в Черном море зашел американский военный корабль. И Турции, то ради бога, пусть он там и стоит, ну, где-то посередке. А если он, ну, прибыл с визитом в украинский порт военный, то там, ну, это уже, да, какую-то угрозу может, ну, представлять для Крыма. Тут просто, знаешь что, вот этот мир, да, этот несчастный мир, после 45-го года он был поделен. И до сих пор это дележка в силе. Нет. И вот эти вот, знаешь, вот забегания вперед, ну, паровоза, они ни к чему хорошему не приведут. Ну, естественно, ты тоже правильно пойми. России не нравится то, что вот НАТО семимильными шагами приближается к ее границе. Но, ну, ведь опыт показывает. Я хотел бы договорить предыдущий тезис. Ваша страна не знает, что сейчас делать с оккупированными территориями сейчас. Сейчас закрываются на оккупированном Донбассе, на оккупированном огрызке Донбасса, закрываются шахты. Да. Умирают заводы. Да. Железнодорожники работают по 3 дня в неделю и возмущаются этим. Вы хотите еще кусок захапать, оккупировать и тоже не знать, что с ним делать. Я Причем посмотрите, насколько это будет мобилизация наших людей, нашей военной промышленности, наших военных, волонтеров, людей, прошедших через фронт. Да. Ты говоришь какой-то бред. Даже если представить себе, что сейчас Россия соберет какие-то силы при помощи ударов, там, авиации, артиллерии, еще чего-то, подвинет фронт, это совершенно безумное, бессмысленное действие. Наша задача сделать так, чтобы ущерб от этих действий был совершенно неприемлем. И эта задача будет выполнена. Этих действий уже не будет, но ты же знаешь, что все это хорошо. Так я же об этом и говорю, что сейчас Российская Федерация, нам надо укреплять оборону, чтобы сделать эти шаги Российской Федерации невозможными по причине нанесения неприемлемого ущерба. Это же очевидно. Я тебя понимаю. Ты мне скажи лучше, какой выход из этой всей ситуации. Ну, ты тоже еще одно, вот, ну, пойми, что Крым, он уже внесен в Конституцию РФ и возврат. Как обратно. Внесен в Конституцию? Вы можете со своей Конституцией делать все, что угодно. То, что вы ее сейчас топчете, это наоборот показатель того, что как внесен, так будет и вынесен. А ключ к освобождению Крыма из-под оккупации, это, конечно же, освобождение, деоккупация Донбасса, части оккупированной части Донбасса. И эта задача будет выполнена. У вас нет никаких шансов. Я тебе приведу пример из истории. Как только Гитлер развязал вместе с Советским Союзом, видишь, опять мы возвращаемся, войну Вторую мировую, это был вопрос времени. Почему? Потому что можно было, он мог, Гитлер, например, мог бы выиграть, там, я не знаю, под Сталинградом, еще что-то сделать. Он был обречен, потому что в августе 45-го года Берлин получил бы по-любому атомную бомбу. Уже все. Часы стали тикать. Уже обратный отсчет вот этого Гитлера. Он был запущен с того момента, когда Гитлер, необразованный, совершенно уродский горлопан, начал преследовать, начал говорить о том, что есть еврейская физика, а есть немецкая физика. Все.
Как только Эйнштейн выехал с территории Германии, как только весь мир и в Америке поняли, что это такое, какое-то чудовище. Ведь, посмотри, Путин уже точно так же попускали, как и Гитлеру. Вопрос в чем? Тогда еще люди не знали в 41-м, 42-м, 43-м году, насколько этот таймер, как он тикает. А он уже тикал, уже все. Уже можно было бы там даже, я не знаю, там Англию захватить, оккупировать. Ну, к примеру, ну я чисто теоретически, у Гитлера не было для этого возможностей. Но уже все, уже что бы он ни делал, уже был запущен таймер обратного отсчета, который назывался август 45-го года. Все. Что бы там ни было, как бы там ни было, Берлин получает в августе 45-го атомный удар, и на этом ставится точка в войне. И у вас, у вашей стране, в путинской России, в России, так же точно как в гитлеровской Германии, в путинской России уже включен таймер. Мы не знаем его, мы не знаем еще пока, только можем догадываться, сколько ему еще тикать. Но там уже установлено время 00. И вот как только гиря дойдет до полу, вам трындец. У вас нет будущего. У вашей агрессии, у вашей империи нет будущего. Таймер уже включен. Да что осталось-то от этой империи? Вот империя была СССР, а сейчас-то что осталось от империи? Ну вот, огрызок, и вот тем более, вот кому так же точно. Якутия? Ведь СССР Якутия тоже развалили, и он сам сгнил. Ну понятно, а Якутия кому нужна там эта вечная... Послушай меня, это будем уже решать, это все фигня. Так или иначе, Россия, современная путинская Россия, в том виде, в каком она есть, как и гитлеровская Германия, как агрессивное, совершенно спятившее государство, это все уже часики отсчитывают обратный отсчет. Мы их просто не видим. Мы можем просто слышать вот тиканье этого часового механизма по каким-то еще... По каким-то еще косвенным признакам мы можем говорить, как это будет происходить, но уже все. Мы это увидим. Сейчас надо беречь свое здоровье. Пить вот не водку, а минеральную водичку. Я с тобой согласен. Ты мне скажи, как тебя зовут? И Александр Беспалый. Канал называется? Александр Викторович Беспалый, канал Александр Беспалый. Да, Александр, вот смотри, давай представим такую ситуацию. Вот Украине здорово подпортило. Украина, значит, вооружена оружием стандарта НАТО. В России тут происходят какие-то не очень приятные события по типу СССР, да? По типу СССР. То есть идет такой неуправляемый развал, да? Скажем так. Ну, хотя демонтаж путинского режима, да, Тамбовская, Ленинградская, Московская Народная Республики и Чечня отвалилась, все, Ичкерия свободная. Не-не-не, ну смотри. Да-да-да, хорошо, это хорошо, будет. Все отваливается, хорошо, все отваливается, все вот разваливается, да, как при СССР. Да. Украина, как ты думаешь, Украина перейдет ли в какое-то наступление, чтобы взять какие-то территории? Ты имеешь в виду деоккупация Донбасса? Да, конечно же. Не, я имею в виду, вы дальше Донбасса пойдете? Нет, нам нахрен не нужен, это все не надо. Не, ну, к примеру, нахрен вы не нужны. Я тебе серьезно говорю, я первый буду кричать, там, я не знаю, пикетировать, вплоть до самосожжения, что ни в коем случае нельзя этого делать. Вот есть граница, граница между Украиной и Российской Федерацией, ни капли не надо, у нас все есть. Нахрен нам это все нужно? Я-то, знаешь, ни в коем случае войсками не переходить границу. Если Воронежская Народная Республика запретит русский язык, введет украинский и попросится в состав Украины, мы будем рассматривать этот вопрос. Но
танковыми клиньями завоевывать Воронеж, Воронежскую Народную Республику и присоединять к себе ни в коем случае. Белгородскую Народную Республику ни в коем случае силовым образом не захватывать. Я тебя понимаю. Значит, не, просто... Ни в коем случае Воронеж этого нельзя делать. Только в том случае, пусть вводят два государственных языка, украинский и английский, проводят там, я не знаю, референдумы, ну там так пусть они сами решают. Украинские и так все знают. Александр, мы и так его все знаем. Мы вот, и так его все знаем. Вот, совершенствуйте его. Другое дело. Потому что мы же будем смотреть, насколько вы хорошо им владеете. Надо ли вас принимать в свой состав или не надо? Мы талантливый народ, мы за один месяц его изучим. Смотри, тут какая ситуация. Значит, все-таки Белгород и Воронеж это можно рассмотреть, правильно? Только если они сами примут шаги очень серьезные и в плане языка, в плане культуры, поймут, что такое свобода, мы и пусть направляют запрос, просят, на коленях ползут в сторону Киева там или, ну, я не знаю, границы нашей. На коленях-то эти вопросы не решаются. А еще, а я считаю, очень даже хорошо, пусть пешком ползут. Да, и просят, и мы люди добрые, мы рассмотрим, может быть, даже покормим немножко вас. Кто б сомневался. Ты мне скажи лучше, кроме Воронежа и Белгорода, еще вот какие территории интересны? Ну, это вы, я же говорю, это сами территории будут решать. Может быть, Таганрогская Народная Республика попросится в состав Украины. Тоже. А Кубань как? Кубань. Мы ж люди, так сказать, адекватные. Но ни в коем случае не надо их завоевывать оружием. Они сами должны понять, они должны сами излечиться от вот этого хронического рабства многовекового. Если их организм излечится от этой заразы и попросится к нам, ну, будем рассмотреть. Тогда давайте рассмотрим, я же не против. Тут нет никакого рабства, ты меня правильно пойми, тут нет никакого рабства. Есть рабство, вы рабы, вы потомственные рабы, вы не понимаете, что такое свобода. Александр. Тут людям просто все пофиг, понимаешь? Тут нет никакого рабства. Вы нахрен нам не нужны такие. Если вам все пофиг, извини, что перебил. Вы нам нахрен не нужны. Нам не надо биомассу завоевывать пулеметами и танками. Нахрен нам вы нужны, ваша биомасса. Ни в коем случае. Вот это похрен, это ваше спасение от того, чтобы... мы, так сказать, вводили танки на вашу территорию, где вам все похрен. А вот если вы сами созреете, учите украинскую, строите тюрьмы, учите детей, что такое свобода, и делаете еще целый ряд шагов, которых я вам сообщу, вот, пожалуйста, нет проблем. Ты вот из какого города, из какого-то региона? Александр, смотри, я, значит, из Санкт-Петербурга. А, знаешь, да, ты говорил, извини, пожалуйста. Санкт-Петербург, искусственное образование, не знаю, очевидно, может, я не знаю, посмотрим тогда вашу судьбу. Не, ну, Санкт-Петербург, это исключено, мы вот, ну, ближе... Но как же исключено? К Швеции мы ближе, к Финляндии, но не к вам. А какая вы Финляндия? Далеко. Вы такая Финляндия, блин, не до Финляндии. Вы финны будут криком кричать, если им скажут, что вот Петербург вот такой, какой он есть. Вот это вот вата ваша петербургская. Да, пусть даже вместе с Эрмитажем. Что тут она будет присоединена к Финляндии, они будут криком кричать. Они восстание подымут. Все вооруженные силы Финляндии подымутся только, чтобы вы к ним не присоединились.
А ты мне, я знаю, что у тебя еще хотел спросить. Вот, к примеру, Воронеж, ты сказал, Кубань и Белгород, да? Ну, я как Вот у пример, я ж Коломенская, не знаю. Александр, вот Белгород, Воронеж и Кубань, сможет ли переварить Украина? Вот эти три области, эти три Нам не земли. надо переваривать. Вы должны сами созреть, скинуть вот это рабство, выучить действительно украинский язык и Мы знаем просить его чуть-чуть. тюрьмы, вы говоришь, знаете, тюрьмы вы уже построили, комфортабельные, с одиночными камерами, сколько у вас всякой заразы, которую надо судить и сажать в тюрьмы. В качественные Я у новые тебя, знаешь, хочу тюрьмы. спросить. Александр, ты мне скажи, пожалуйста, у тебя кто-то на Донбассе или в Крыму погиб вообще, вот когда с нашими были там всякие битвы? У меня четыре достаточно близких моих друга погибли на Донбассе. Первая Понятно. смерть была 13 февраля 2015 года. Иван Иванович Дегтярь. Можешь загуглить, ты увидишь этого человека. Он сам с Донецкой области, между прочим. Александр, а ты сам случайно не из Донбасса родом? У меня мама с родом с Артемовска. Сейчас это Бахмут. Это Бахмут. Ясно. А вот этот Артемовск или Бахмут, он сейчас под нашими или под вашими? Под какими вашими? Это освобожденная часть А, это освобожденный. украинской земли. И так же будет со всем Донбассом. Кроме А ты где того, я сейчас тебе вот должен живешь? сказать, что там на улице Чайковского, в городе тогда он назывался Артемовск, была большая Понятно. воинская часть с складами, где были танки, где было вооружение. И вот летом, в начале лета 2014 года, когда Артемовск был оккупирован этими самыми эхтамнетами, командир воинской части не сдал эту воинскую часть. Я туда, когда приехал в первый раз, я приехал туда, у меня была машина, коммерческий фиатик Добла. Я его нагрузил продуктами. Сначала приехал, уже извини, хвастаюсь, в Славянск, потом в Краматорск и потом в Артемовск. А Вот. ты И когда вот вот туда когда вот я приезжал? приехал туда, там воинская часть, мне военные с гордостью показывали ворота, где велся огонь вашей сволочи, которая стреляла из гранатометов, стреляла по воротам с периметра воинской части. А на танке каждом стоит сверху крупнокалиберный пулемет. И вот с танков Т-64 они вели огонь через вот эту тонкую сталь ворот, и там было видно, откуда пули, ну, откуда шел кумулятивный удар из мухи или из РПГ-7, и откуда летели пули уже с танков, с пулеметов, которые установлены на танке Т-64. И вот командир части не сдал эту воинскую часть. Александр, а ты веришь в минские переговоры вообще? Они к чему-нибудь хорошему могут Минские привести? переговоры – это ни о чем. А вот этот вот нормандский формат, он тебе Тоже, более по тоже. душе, да? Минские, Тоже. нет, тоже. Минские А как переговоры, договариваться? Как вот минские все это переговоры организовать? были навязаны угрозой при окружении применения оружием, угрозой действия ваших российских вооруженных сил. А две трети Донбасса было освобождено не при помощи переговоров, а при помощи ведения боевых действий, при помощи смертей наших лучших людей, наших действительно патриотов, наших военных, не при помощи каких-либо переговоров. Переговоры с Российской Федерацией не стоят бумаги, на которой они написаны. Потому что ваша страна нагло и подло утверждает, что она не участник этого соглашения, что не сторона
не сторона-подписант Минского соглашения. Если ваша Российская Федерация утверждает путь вашими же официальными лицами и вашей пропагандой, что Российская Федерация не участник, просто наблюдатель или гарант Минских соглашений, не сторона-подписант, то о чем с вами можно говорить? Ну, хорошо, Александр, ни Минск, ни нормандский формат не подходят тебе там, и большей части, ну, скажем так, чисто гипотетически, украинского общества. Тогда какой формат переговоров ты видишь в будущем, ну, или сейчас, например? Пулемет. А, то есть... Пулемет, орудие, воевать, да? Танк, артиллерия. Вот какой воевать, формат. Да, конечно. Это, а как же? Две трети Донбасса было освобождено никакими не переговорами, а бронетранспортерами, танками, артиллерией, минометами, солдатами. Так, ну, силы же не равны, Александр. У вас же мало силенок. Конечно, силы будут не равны, когда у вас в Москве будет меняться режим. Это эти все два новообразования... Эту раковую опухоль, которую вы нам сделали, она сама сдохнет. Эти раковые клетки сразу попрут к вам же и будут отравлять уже теперь организм вашей лживой и подлой страны. Вот эти все элементы попрут с оружием к вам. Когда у вас, будет дестабилизация обстановки? Александр, ну ты же знаешь же, вот, ну хорошо, вот эти вот, что ты говорил, вот эти вот, ну клетки, если к нам они попрут, их же в Ростовской области же и похоронят. Они дальше Ростовской области не пройдут. Пройдут. Вот. Пройдут дальше Ростовской вот области, вот клетки, но это уже ваши проблемы. Будете ли вот вы их хоронить вот там в Ростовской области или там еще где-то? Это вот ваши, клетки, вы будете их там в шахты закапывать, или там, я не знаю, еще что-то будете делать, это ваши проблемы. Александр, и вот эти клетки без, ну, патронов, без боеприпасов, они... С патронами и боеприпасами, мы их специально к вам, мы им еще добавим патронов и боеприпасов. Ну вот если вы добавите, это другое дело, да. Они обязательно, я считаю, что их надо снабжать оружием, и когда они будут сдрыснивать к вам, обязательно надо их через одного валить, а через одного отправлять с оружием, с боеприпасами на танках, отправлять к вам, чтобы они вам там показали. Александр, тоже устроили раковую опухоль в вашей России. Давай без метастазы, чтобы пошли красивые, Александр, такие, очень хорошие, давай без этих в Российскую Федерацию. Медик. Именно, но это очень меня. Хорошая терминология. Потому что ты она мне, показывает, скажи, как пожалуйста. На самом деле вы сделали нам эту раковую опухоль. И вы должны понести за это ответственность. Так в десятикратно метастазы должны пойти по Российской Федерации. Александр, ну ты завелся вот эти метастазы и так далее. Да это давай моя любимая тема. Более, я же буду более... сидеть на диване и рассказывать внукам, как это было. Александр, давай, знаешь, что вот обсудим с тобой? Давай обсудим. Ну давай вот, еще ну, минут пять. Крым, смотри. Вот ты говоришь, там эти метастазы там и так далее. Точно. Давай все это отбросим. Точно. В Крыму же были войсковые части украинские, правильно? Украинские. В полном боевом, как говорится, вооружении, там, в полном этом боевом раскладе. Не в полном боевом, они были совершенно дезорганизованы. У них последний раз боевые... Они не имели боевого опыта. У них последний раз в массе их, кроме там, ну, совершенно... у них не было ни... полноценной боевой ну, учебы. Хорошо, смотри, мы же не смотри, ожидали хорошо. Нападения с вашей стороны. Я понимаю, никогда. Да. Смотри. Вот не было никакого опыта боевого, да? Да. Оружие было. Было. Офицеры устаревшее были. Оружие, еще советское, не модернизированное. Без людей Александр, оружие потом... это фигня. Александр, смотри. Украинцы же, это же не папуасы, чтобы их учить, как надо из автомата ну, Калашникова стрелять. Они же быстренько во всем могут разобраться. Быстренько. Именно была... поэтому Крым так быстро был захвачен. Да не, мы сейчас не Крым об этом был говорим. Захвачен ты крайне мне... быстро.
Ну, тут очень можно много спорить, я свою точку зрения. Ты даже мне говорю, не даешь слова. Ну, извини, сказать. Извини, да-да-да. Да, ничего, все, я тебя как бы так спокойно слушаю. И не злюсь на это, что ты меня это постоянно перебиваешь. Смотри, вот неужели украинские вот эти командиры войсковых частей в Крыму не могли организовать оборону? Они же офицеры, они получили высшее образование военное. Ну ладно, у них не было никакого опыта их боевого. Их семьи жили в военных городках, которые были за пределами воинских частей, и они именно получали угрозы от российских спецслужб. Это же все же было разыграно. Ну о чем ты говоришь? Смотри, давай включим логику. Логику включим. Хорошо, ты получаешь угрозы от спецслужб, да? Но с одной стороны, угрозу от спецслужб, а с другой стороны, обещание, что у меня будет уже теперь российское денежное содержание, более высокое, российская военная пенсия, что вот, мне не вот, надо вот. Будет, ну не мне, а вот, вот этим вот военнослужащим, вот что им не это, надо это, будет офицерам. Зришь корень, вот смотри, все-таки какая-то часть купилась на денежку, да. А это о чем говорили? Они были подготовлены непатриотично. Да. Они были продажные. А какая-то да. часть не имела душка организовать оборону. Я имею в виду, что? Я имею в виду они то, же что были, не было командования. У них не было самостоятельного возможности самостоятельно принимать решения. Они же были совершенно дезорганизованы. Ведь тогда же в Киеве менялась власть, было безвластие. Александр, ты хочешь сказать, что на мою войсковую часть, ну, к примеру, я вот командир украинской войсковой части, на забор моей войсковой части лезут какие-то непонятные люди, сначала приходят переговорщики, лезут на забор моей войсковой части, и я буду ждать вот, ну, приказ из Киева, да? Да. Я буду защищаться, о чем ты говоришь? Вот именно, именно командир воинской части в Бахмуте именно стал это делать. Но это произошло тогда, когда мы уже стали сопротивляться. Оказалось, что дать несколько очередей из крупнокалиберного пулемета достаточно, чтобы уже не полезли через забор захватывать воинскую часть. Это же именно о чем я говорю, что сопротивление вот этой агрессии, оккупации, это самое главное, вы же не понимаете нормальных слов, вы не понимаете государственных границ, вы не понимаете международных договоров и совершаете международные преступления. Александр, давай копнем тогда глубже, да? Вы, зная свою историю прекрасно, зная, как была присоединена Украина к России, там, Переславская Рада, ну ты знаешь, что давай. И тому подобное. Значит, ну, получив свалившуюся на вас независимость, почему вы не смогли построить нормальные вооруженные силы? В чем у вас такие офицеры оказались? Мы же не знали, что вы такая конченная мразотная держава. Вот сейчас идет именно строительство нашего независимого государства. Именно Путин объединяет нас. К сожалению, у нас есть и проблемы, но именно сейчас происходит строительство нашего независимого государства. Если наше общество покажет свою силу, если наши люди покажут свою силу, стремление к свободе, к справедливости, к закону, цивилизацию, то мы построим общество замечательное. Если нет, недостойны мы этого. Все, на этой оптимистической ноте нехай еще стыть. Александр, стой секунду, я у тебя еще спрошу, я сейчас тебя найду в Ютубе. Александр и фамилия Беспалый. Александр Беспалый. Ладно, давай, пока. Нехай еще стыть.